Компания Артикул представляет томат Чиполлино. Это раннеспелый высокоурожайный гибрид с превосходными вкусовыми качествами. Плодоносит он начинает на 97-105 день и дает плоды с массой 170-250 грамм. А урожайность в пленочных теплицах от 16 до 19 килограмм 700 грамм на квадратный метр. Рекомендуется для раннего производства томатов. Номер партии 5516, количество семян 0,05 грамма. ноль пять ноль четыре сотых грамма на весах.